Здравствуйте, коллеги. Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Я представляю конгрессно-выставочную компанию «Империя». Мы работаем на рынке конгрессных мероприятий. Около 100 мероприятий в год производим. Офлайн, онлайн из-за ковида. И нам уже 31 год. Расскажите, пожалуйста, что вы делаете на нашей выставке. Я так понимаю, у вас проходит закупочная сессия сейчас, да? Да. Мы проводим так называемый центр закупок сетей. Это особая технология переговоров поставщиков и производителей, дистрибьюторов продуктов питания с сетями. Напрямую переговоры между закупщиком сети, который отвечает за, так сказать, контракты и за закупки, и поставщиком, который отвечает за сам продукт. Мы примерно за два дня проведем 1500-2000 переговоров. У нас 80 сетей за эти два дня будут участвовать в этом центре. Это ноу-хау, который практически единственный в мире. Мы даже технологию зарегистрировали в библиотеке Конгресса США. 700 бизнес-шагов должны быть полностью проведены для того, чтобы правильно и успешно поставщик переговорил с сетью и был эффект в виде контракта. Замечательно. Расскажите, пожалуйста, как проходит эта сессия, как знакомится ритейлер и поставщик? Очень интересный вопрос, потому что наша технология, она подразумевает предварительное обучение поставщиков, производителей, как правильно работать с сетями. То есть это вебинары, это специальная конференция специализированная, это специальное создание коммерческих предложений, бизнес-предложений, правильные технологии переговоров с сетями и сами переговоры. И эффективность, она достигает очень высокого процента, так сказать, 50-60% сетей говорят, да, нам интересны эти продукты. А поставщики за время переговоров, например, за один день могут провести 15-20 переговоров, и 3-4 переговора, как минимум, вот в средние, так сказать, цифры, они оканчиваются успехом. То есть сеть говорит, да, я готов покупать ваши конфеты, кексы, мороженое или вино хорошее. Что тоже немаловажно. Да. И, так сказать, вот эта эффективность, она позволяет не тратить деньги на поездки по регионам, так сказать, ожидания сети, когда они смогут переговорить, когда они найдут время, так сказать, на встречи и так далее. Они просто за один день можно там 10-15 регионов практически, да, пройти во время вот этих переговоров. Это очень выгодно поставщику, ну и сети, потому что сеть тоже получает новых, так сказать, поставщиков. Ну и самое главное, что мы спрямляем связи. То есть, вот представляете, да, поставщик-производитель говорит напрямую с сетью, нет никаких посредников, это максимально низкие цены, максимально хорошие условия, это самые прямые переговоры, которые могут быть. И, соответственно, для нас, как вот для обычных потребителей, не знаю, макарон, кексов, вина, пива и так далее, да, так сказать, это снижение цены. То есть нету двое-трое посредников, которые свои проценты, так сказать, получают, а это самые прямые связи. Поэтому у нас такая социальная роль очень большая, вот этого центра закупок сетей. Абсолютно не поспоришь, и мы как конечные пользователи всех ритейл-магазинов скажем вам за это огромное спасибо и за вашу работу, и за то, что вообще в принципе придумали такой формат. Спасибо вам большое. Здорово, спасибо большое.